85 лет исполнилось доктору геолого-минералогических наук, профессору кафедры прикладной геологии, геофизики и геоинформационных систем РНИТУ, руководителю лаборатории геодинамики и тектонофизики рудных систем РНИТУ, одному из первооткрывателей уранового месторождения в Саянах Жану Семинскому. Весь свой практический научный опыт он передает студентам на занятиях и в научных трудах. Написал более 20 учебников, 180 научных статей. Большую практическую пользу сегодня приносят его карты по определению залежи урана, молибдена, благородных руд, которые составлялись во время научно-исследовательских экспедиций. Больше всего, конечно, я считаю для себя значимым, это научно-исследовательская работа. Я все годы практически, ну, во всяком случае, в течение 35 лет вел хоздоговорные работы с различными геологическими организациями Сибири, Дальнего Востока. У нас работали студенты, мы их на практику до 20 человек брали с собой на полевые работы по этим темам. Работали аспиранты, то есть до где-то 95 года работа эта шла очень интенсивно. Политеховский стаж заслуженного деятеля науки России 45 лет. К юбилейной дате в Музее истории РНИТУ подготовили выставку «Жан Семинский. Человек дела». Здесь представлены часть учебных пособий для вузов и среднеспециальных учебных заведений, фотографии научных экспедиций по поиску рудных месторождений, которым он посвятил не один десяток лет. Последние полевые работы были в 2012 году в Восточных Саянах по изучению золоторудных месторождений. Жан Семинский награжден знаком «Почетный разведчик недр» и медалью «За пользу Отечеству». С этапами деятельности заслуженного ученого и педагога можно познакомиться в музее РНИТУ.